Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Кстати, сейчас в магазинах распродажи. Но там цены, конечно, приемлемые более-менее, но все равно гораздо дороже, чем наши. А у нас новая весенняя коллекция. Эксклюзив, который не продается в магазинах от бренда Wilmor. Встречайте! Представит нам ботинки Белла, наш звездный эксперт Микола Комендров. Здравствуйте, мои дорогие. Привет, здравствуй, Микол. Оля. Да, сегодня у нас киберпонедельник, и даже машины со своими искусственными сердцами растаяли. Почему? Потому что пора готовиться к весне. В каждом магазине вы встретите уже весенние коллекции, но пока что на них цены стоят замороженные. В нашем случае уже оттепель. Это, конечно же, сезонное предложение. Диме сезонные ботиночки от бренда Wilmor, которые славятся своей элегантностью. Здесь у нас инновационные материалы, эко-кожа с тиснением под рептилию, с двумя молниями и с древесным лаком с системой антивандаль. Это, безусловно, знаменитая колодка от бренда Wilmor с 3D-моделированием, которая позволяет нам получить обувь и носить ее с ощущением, что мы ее заказывали на заказ. И, конечно же, изумительная подошва, которая позволит как в заморозке весенние, так же и в оттепель ходить и не бояться, что мы можем подскользнуться. Да, это бренд Wilmor побаловал нас новыми ботинками. Давай посмотрим, насколько они будут комфортно сидеть на каждой ножке. Давайте посмотрим. Как раз-таки Мариночка нам демонстрирует достаточно объемную форму ножки. Маришка у нас профессиональный спортсмен в свое время была. Теперь она у нас элегантная модель. Смотрите, 26 сантиметров. Кстати, она два раза ломала ногу именно. Да, два раза ломала ногу, и при этом, кстати, очень хорошо показывает котика. Ага. Все-таки спортсмены навсегда остаются героями. И смотрите, как легко она окунает в обувь. И что же такое 3D-моделирование? Это значит, что можно взять несколько дам одного размера ножки, всем померить, и они всем подойдут. Вот, то есть будет ощущение, что специально для тебя делали обувь. Вот этим мне и нравится бренд Wilmor. Давайте выберем ваш цвет. У нас есть коричневый цвет шикарный. Шоколадки с переливами, Микол. Я обожаю все блестящее, поэтому лаковая кожа – это моя тема прям. Так, еще у нас есть черный цвет. Вот, посмотрите. Размеры от 36 до 42. Скидка 1200 рублей. Максимальная скидка действует только один день на телеканале Shop & Show. И с учетом скидки получается цена 1799 рублей. Кстати, на ботиночке будет автоматически действовать фиксированная доставка. 199 рублей почти в любой регион России. Микол, как правильно выбрать дистанционный размер? Мы выбираем размер в размер, потому что это бренд Wilmor, который создает обувь по ГОСТу. И плюс, конечно же, как я уже сказал, 3D-моделирование. Какие нюансами не обладала ваша ножка? В любом случае, каждая дама одного размера, померив одну и ту же модель обуви, будет чувствовать в ней комфорт, как будто ее делали специально для нее. А как стильно, смотри, Микол, выглядит вот эта статусная обувь, да? Лак все-таки добавляет шарма, да? Вот прям вот как-то дорого сразу смотрится обувь. Да, лак всегда добавляет шарма и всегда освежает и делает ваш образ более элегантным. Тем более он слегка подсвечивается, всегда это выглядит намного дороже. И, безусловно, тиснение под рептилию усиливает этот характер и становится еще более такая обувь презентабельная, статусная. Ну и, конечно же, всегда нам, для нас важна ее блеск, чтобы всегда оставался. Конечно, вот мы сейчас про наш эксперимент и расскажем. Микол, я же перед эфиром тебе сказала, как же так, лаковая кожа, конечно, недолговечна. Вот так спотыкнулась. Я ободрала носочек, получается так? Да, ты его могла бы ободрать, но не в данной модели обуви, потому что древесный лак, которым нанесен на тиснение кожи, позволяет нам долго сохранять ее блеск и элегантность. Здорово, то есть долговечные. Долговечные. Такие. И красивый, долговечный, класс. Смотри, внутри они очень мягкие, очень комфортные. И сразу хочу тебе задать вопрос, сколько градусов они выдержат? Для какой погоды они? Это демисезонная обувь, а значит, позволяет нам носить ее как минимум еще 3 сезона. Здесь мягкая пушистая ворсинка, которая нас согреет в минус 5 и при этом не оставит нам жаркого эффекта даже в плюс 15. Нежность и мягкость данного ворсина можно сравнить, пожалуй, только вот с такой мягкой и уютной игрушкой. Хорошая параллель. Смотрите, насколько приятно всегда делают игрушки для детей, чтобы они чувствовали мягкость. То же самое вы чувствуете за их ножкой.
Слушайте, помните, в детстве мы всегда с игрушками мягкими засыпали? Это такая мягкость, это такая прелесть. То же самое ощущение вас не будет покидать, когда вы будете надевать эти шикарные ботиночки Белла от бренда Вилмор. Внутри они мягенькие, тепленькие, комфортные. И вообще, ботиночки очень симпатичные. Посмотрите, с лаковой кожей, которые блестят, которые будут привлекать внимание к вашему образу. Сегодня цена 1799 рублей. Завтра такого предложения уже не будет. И это отличная, выгодная первая покупка на телеканале Shopping Show. Звоните. Ты знаешь, вот это ощущение, такое, как будто бы прям для меня делалась эта обувь, меня не покидает. Когда мы ездим в Италию, вот муж у меня там всегда находит себе какие-то обновки, именно обувные. Я ничего себе там подобрать не могу. Вроде бы по размеру подходит, а вот знаешь, вот прям вот неудобно, ходить даже невозможно, все сжимает. Почему так происходит, Коль? А все почему? Потому что у бренда Вилмор есть 3D-моделирование, которое позволяет соединить российскую и европейскую колодку в единую. Смотрите, здесь я отметил значком рубля и евро. Это европейская ножка, это русская. Чем мы от них отличаемся? Наша ножка имеет более ровную горизонталь. Все-таки у европейцев она более заужена, и акцент стоит на большой палец. У нас акцент стоит на выделение пятки, у них же наоборот на ее уменьшение. И 10 тысяч женщин, которые оставили свою колодку для бренда Вилмор, и компьютер создал единую как раз-таки форму, что позволяет, наверное, пожалуй, получить единственную обувь в мире, которая просто одевается закрытыми глазами на любую ножку с любыми нюансами, и вы получаете настоящее ощущение, как будто вы ее делали для себя лично. То есть получается обувь, которая создана специально для российских проблемных, в том числе, ножек. 1799 рублей, ощущение, представьте, как будто бы обувь была создана специально для вас. Вспомните, иногда мы на улицу даже не хотим ходить, потому что у нас нет комфортной обуви. Она либо давит, либо некомфортно по ощущениям. Да. Здесь все сложилось воедино. 1799 рублей за ваш комфорт. Но помимо этого, Оля, конечно же, весной очень много луж. И обувь должна всегда отвечать непромокаемостью. Литевой метод крепления позволяет нашей обуви наступить на лужу и при этом всегда остаться комфортными и сухими. Здорово, еще и не промокает. Скоро весна. Это, кстати, весенняя новинка от бренда Вилмор. В магазинах не продается. И цена действует только сегодня. Успейте заказать.